надо спросить было, пропуска когда будет? Татьяна Сломанова, Макдум Сайфуддин. Это вот сейчас мы с Василием Валерьяновичем вот в администрации кооператива «Марина». Не дали они мне справки новые, но вы все слышали. В общем, сегодня у нас второе число, 2 октября. В общем, из администрации кооператива «Марина», в общем, выхожу я. Ну, в общем, вы все слышали, если я вам вот выложу эту запись. Отказали, сказали заплатить, тогда будут новые справки. Так что вот, вот такие вот дела. Татьяна Сломановна, Мактум Сайфуддин, это я. В общем, вот такие вот дела, такие вот дела. Сейчас сделаем кружок до дома, до Эллинга, потом поедем. Мусор выкинем. Сейчас у нас 16 часов 18 минут. И имейте в виду, что вот такие вот постоянно орут и унижают. Вы поняли, пришел, снес, совершенно мне нервы трепал, понимаете, и они будут меня, она будет мне стоять и меня обвинять. Поэтому у меня такой голос. Я себя защищаю. Я вам просто говорю, я вам просто объясняю. Понимаете, я совсем обнаглели, понимаете? И еще хотят, чтобы я с ним спокойненько, эротично разговаривала. Вы меня поняли, да? Я себя защищаю. Это у меня такой голос, да, у меня такой голос. Потому что они совсем обнаглели. Они вам еще не то скажут. Здесь кричать не надо. Я просто вам объясняю, почему я так разговаривала. Я вам говорю, что вы ничего не докажете. Это вы... Я ничего не доказывала. Они просто замыкаются. А я просто говорю. Просто они начали мне говорить. Тоже. А я так просто говорю. У меня так...